Выезд с проверкой. Жители дома номер 13 поселка Лесной курорт в Красных Баках неоднократно жаловались на протечки кровли. Капитальный ремонт должен был быть завершен еще в 2016 году. Однако подрядчик свою работу начал, но так и не закончил. Для ремонта выбрали другую организацию. Сейчас продолжается демонтаж покрытия. Подрядчик тщательно подходит и к устройству системы для сбора и отведения воды с крыши дома. При благоприятных погодных условиях ремонт завершится 1 августа. Ход работ проверил руководитель регионального фонда капремонта Дмитрий Гнатюк. Более 40% кровли уже сделано. Значит, хотя работы ведутся, в принципе, по всему периметру, то есть убирается старый слой и, соответственно, уже совершенно по новой технологии, по новому проекту обустраивается кровля. Мы имеем еженедельную отчетность о ходе работы, выполнении и как бы на отдельном контроле, естественно, этот дом. Дарья Кульбакина, «Время новостей».